Я хочу поздравить с замечательным праздником компанию «Пенталис» в лице генерального директора Ингу Михайловну Пигареву. С праздником! И спасибо большое, это такие замечательные ароматы! Спасибо, компания «Аргон». Спасибо, Наталья, за такой удивительный сюрприз. Действительно, ты права. Эфирными маслами человечество пользовалось очень давно. И очень давно люди знали свойства эфирных масел и применяли их в ежедневной жизни, потому что оно излечивает как тело, так и душу. Ролик, пожалуйста. Ароматерапия – наука очень древняя, и влияние ароматов на физическое и психологическое состояние человека было известно еще с незапамятных времен, о чем свидетельствуют сосуды для благовоний и изображения элементов душистых растений, найденные при раскопках древнейших цивилизаций. В самом же Древнем Египте эфирные масла применялись очень широко. Жрецы использовали эфирные масла не только для бальзамирования тела, но и лечили им депрессии и нервные расстройства. Применялись масла как антисептики, использовались натирание маслами для омолаживания. Древние греки, изучив свойства масел, сделали их классификацию на расслабляющие, тонизирующие и возбуждающие. Они ценили благовония как золото, серебро, специи и считали их символами богатства, преподнося благовония в качестве ценнейших подарков. Аристотель писал: «Это Олимп, где существуют боги, которым масла позволяют принять правильное решение. Они позволяют достичь совершенствования ауры, духа и здоровья, питают мозговую ткань и являются пищей для ума». Подробные описания применения ароматических веществ можно найти в индийских Махабхарате и Рамаяне. Появляются первые упоминания об ароматических свечах и палочках, применяемых для создания благоприятной атмосферы в помещениях, на шумных праздничных площадях, а также для проведения магических ритуалов и лечения всевозможных недугов. Индийские врачеватели считали, что ароматы раскрывают душу и настраивают ум. Философ Ван Вэй писал: «Ароматы действуют на тебя очищающе и восстанавливающе, укрепляя твою энергию и наполняя твои мысли спокойствием и умиротворением». Само слово «аромат» уходит в глубокую древность и на индоаравийском языке означает «дым», «ветер», «запах». В Европе ароматические эфирные масла начали применять с лечебной целью в середине века в монастырях. Конец 16 века был ознаменован выходом в свет великой книги хирургии, написанной Парацельсом. В этом труде он подчеркивал огромное значение ароматических масел, считая их действующим началом растений. В 20 веке целительное действие ароматов эфирных масел получило новое научное обоснование. Было проведено множество исследований и написан ряд научных работ, что позволило ввести ароматерапию в список медицинских и физических методов, рекомендованных для лечения и оздоровления. Дорогие друзья! Пустите природные ароматы натуральных эфирных масел в свою жизнь, и она зацветет у вас гармонией, красотой, здоровьем. С праздником вам, дорогие мои, с праздником! Спасибо вам! Аплодисменты зала! Аплодисменты ароматическому бюро «Пенталис», руководителю Инги Пигареву.